цифрового телевидения от электронного города на экране компьютера. Вы сами выбираете, как вам смотреть телевидение. Его можно смотреть на большом экране вашего телевизора или на экране персонального компьютера. Конечно же, комфортнее и удобнее наслаждаться просмотром цифрового телевидения на экране телевизора. Но если вы решили просматривать цифровое телевидение на экране компьютера, то я расскажу вам, как это сделать. Сейчас я покажу, как вы сможете установить IPTV-плеер с помощью подробной инструкции на сайте 209.4.0.ru. Просматривать цифровое телевидение на экране компьютера вы можете двумя способами, либо через IPTV-плеер, либо через VLC-медиаплеер.